И все же порядок вещей нелеп. Люди, плавящие металл, пущие ткани, бегущие хлеб. Кто-то бессовестно вас обокрал. Не только ваш труд, любовь и досуг украли пытливость открытых глаз. Набором истин кормя из рук, умение мыслить украли у вас. На каждый вопрос вручили ответ. Все видят, не видите вы низги, стали матрицами газет. Ваши безроботные мозги. Но нет ответа на главный вопрос. Одеты серенько и песто, утром и вечером, как пылесос, вас затягивает метро. И вот вы идете густой крой, все как один на один покрой. Люди, умеющие обувать, люди, умеющие добывать. А вот идут за рядом ряд. Пока еще только на парад. Люди, умеющие убивать. Но вот однажды с мелких дел тебе дающий подножный корм решил ты вырваться за пределы. А все чертежи квадратных форм. Ты сбунтовался, кричишь граду. Ты не желаешь себя отдать. Идут сначала к тебе придут люди, умеющие улетать. Будут заслышаны их слова, будут доходчивы и добры. Они докажут, как дважды два, что нельзя выходить из игры. И ты раскаешься, бедный брат, заблудший брат, ты будешь прощен. Под беснопением в свой квадрат ты будешь бережно возвращен. Но если упорствовать станешь ты, не дамся прежнему не бывать. Не слышно выступят из темноты люди, умеющие убивать. Тоску. И на квадраты, словно во сне, будет расчерчен синий лоскут, черный решеткой в твоем окне.